7:25. Мой самый простой сегодня завтрак. Это просто творог 9%. Не надо брать никаких обезжиренных. Творожок. И у меня йогурт мой, который я сам делаю. И вот такая вот вкуснота. И проще, по-моему, ничего не бывает. Сытно, вкусно и красиво. Вот сейчас перемешиваю. Только не кидайте сюда сахар, не кидайте сюда изюм. Ничего не кидайте. Просто привыкните к этому вкусу, и будет у вас полный порядок. Пол чашечки черно-зеленого чая. И все, завтрак удался. Приятного всем аппетита. Девять пятьдесят, мой перекус. Сегодня у меня ролини яблочный. Это сильнее калорийнее, чем мой обычный ролини со шпинатом. Ну вот, один кусочек можно, иногда хочется сладенького, вкусненького, поэтому можно и такой. Я не думаю, что он тут будет прямо. Тут 100 грамм всего его вес, поэтому, ну пускай там 320-350 килокалорий, это все допустимо в моем меню, поэтому я съем и буду чувствовать радость и спокойствие, не буду нервничать, ой, я плохое съел. Лучше я съем сейчас запланированно с кофейком черным, натуральным. Сахар я не положил, это ложка просто, я не знаю, зачем она тут, мешать-то мне ее не надо, я привык, что я мешаю, а получается сегодня без сахара, потому что сладковатый ролини у меня. Вот так вот. Приятного всем аппетита. Кушайте вкусно и здорово. 14:00. Мой обед. Сегодня у меня необыкновенный обед. Давно я этот супчик не делал. Супчик этот на плавленных сырках. Я сразу говорю, это не ппшно, многие начнут кричать, шуметь. Но калорийность его, ребята, чтобы вы понимали, я табличку выложу, если не забуду. 36 килокалорий на 100 грамм, углеводов меньше, чем жиров и белков. Поэтому этот суп для худеющих. Точно вам говорю, потому что получается, вот эта тарелка, тут 400 грамм супа. Получилось, и оно, 150 килокалорий, ребят, можно и с куском хлеба смело съесть, я уже отвык от хлеба, уже и не ем его, поэтому ничего страшного нету, сырки это не самое полезное, конечно, можно сказать, сейчас все не самое полезное, начнем с того, как мы наели свои лишние жиры, поэтому не надо сходить с ума и отказываться от того же. Если вдруг получается в 100 граммах калорийность сырка, там где-то 230-250 килокалорий, если вдруг где-то вот попали, не в обед там или в обед, и не знаете, что съесть, в каком-то магазине ничего нормального, можете смело съесть один сырок, вам будет сытно, потому что белка в них по 15 где-то, грамм жиров 20 с чем-то, а углеводов практически нет, понимаете, отлично будет сытое, типа кето-сырок, вот такой прикол. Смотрите, какой он красивый получился, потому что делал я его на масле сливочном, тут еще филе курятинки. У меня, короче, картошки немного, не кидайте много картошки, есть, но в меру. На всю кастрюлю кинул 250 грамм. Посмотрите мою эту выкладку, поймете, что. Морковочка, лучок, зажарочка на масле, все, красота, укропчик для вкуса и красоты. А смотрите, еще прикол, видите, ложка чайная. Вот сейчас я буду кушать суп чайной ложкой. Для чего? Это такой я эксперимент провожу на своем втором канале. Ссылка внизу на мой второй канал. Подпишитесь на него, потому что там проводятся эксперименты, менюшки я туда
кидаю, чтобы вы знали, что у меня такое есть, потому что было такое, когда мой первый канал закрыли, и я потерял всех своих подписчиков. А так все мои любимые подписчицы у меня там подписаны. И если вдруг что-то с этим каналом произойдет, у меня будет второй, и мы продолжим спокойно с вами худеть. Обязательно подпишитесь, и вы узнаете, почему я сегодня буду кушать чайной ложкой. Это такой будет лайфхак и эксперимент. Все. Приятного всем аппетита. Начинаем кушать. А, посмотрите, какой у меня сегодня 18:20. Ужин красивый. Это нут с зажарочкой луково-морковной. И это крылья в медово-горчичном соусе. Вот обожаю вот этот вкус. Они сначала маринуются часа два. Потом буквально, вот видите, немного обжарил на сковородке и все. Добавил тот соус, в котором они мариновались. Немножко воды, накрываешь крышкой и тушишь. Обалденно. Тушится где-то полчаса, оно должно прямо разваливаться. Мяско такое быть нежно. И салатик мой морковно-капустно-сельдереевый. Вкусные витамины. Красиво, приятного всем аппетита. 21:00, мой вечерний перекус. Сегодня у меня одно яблочко и груша. Такие вот средние по размеру, небольшие. Йогурт домашний, густой, как обычно. Делайте сами, ребята, будет вкусно и полезно. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.